А счет переворачивай, переворачивай, сейчас горит, брат! Ага. 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 Пацаны, я все понимаю, тут у вас уже как бы праздник, вы всю семью, всех братьев, двоюродных кузенов позвали, там семер, сестер, племянников, вот этих всех, кого только можно, я все понимаю, да, но как бы... Не, брат, спасибо, я как-то от шашлыка, от сосиски, пожалуй, откажусь. Что за кавказский дурдом тут, куда ты меня привел? Бабуль, сейчас подожди, мы тут ненадолго, буквально на 5, там, 5-7 минут я им должен вот эти все шмотки свои продать. Мы-то в предыдущей серии же ограбили вот этот фитнес-клуб Кенгуру, и только посмотрите, сколько всего мы наворовали. Вот я как раз-таки сейчас договорился с Ашотиком, с Рафиком, то, что у меня тут прям огромная партия, огромная поставка. Я сейчас музыку в студию, братан. Господи, я сейчас им должен продать вот это все, что у меня есть в инвентаре. Да, я понимаю то, что вы тут уже тусу закатили, вы уже тут празднуете это все. Да реально дурдом. Да у нас сделка даже еще не состоялась. Че вы здесь все... Не, а Шотику, в принципе, здесь как бы веселее всего, как я вижу. Слушай, брат, я тебе сейчас еще один зуб выпью, если ты со мной сейчас сделку эту не проведешь. Давай я тебе продам все, что у меня есть, а вот уже потом. Потом тут вот это, приглашая своих кузенов, братьев, сестер и все остальное. Арабичо, ты что делаешь? Тихо, тихо, сосисочная армия грузинская. Успокойтесь. Сосиски свои попрятали, что один, что другой. Бабуль, ножик расчехляй. Все, успокойтесь! Я думал, ты мой брат. Да я-то твой брат, ну что вы тут лезете? Сначала бизнес, а потом шашлычные дела. Брат за брата, так друг друга за шашлык взято. Ты дурак, что ли? Давайте вы тут друг друга сами за шашлыки брать будете и трогать, хорошо? А меня вот эти свои шашлычные дела не впутываете, хорошо? Ну, как тебе сказать, бабуль, я на самом деле сам не ожидал. Миниган спрячь пока что. Ашотик, братик, мы давно друг друга знаем. Мы же всегда работали по такой схеме. Сначала бизнес, а потом семья, вот эти кузены, племянники, шашлык с Рафиком, жирафиком и все остальное. Сначала дела сделать, а потом пировать. А то как получается? Сначала попируем, а потом дела не сделаем. Бизнес прогорит. Прощай, Мальдивы, и вот мы с бабкой никуда не полетим, понимаешь, брат? Сначала бизнес! Понимаю, брат, ну вот это хорошо. А сейчас, друзья мои, братья, когда уже наконец-то Ашотик понял, что мы сейчас будем делать, разрешите вам продемонстрировать то, что я в предыдущей серии буквально за 5 минут нарыл. Там кэша примерно на 1000, так 20, 30, 40, а то и больше, я его заработал за 5 минут. Профессиональный, ёптый грабитель, вот это я понимаю. Разрешите продемонстрировать. Давайте сразу же по очереди. Раз, два, три, четыре, пять. Пять беговых дорожек Супер Жопа 99-2000S. Во-во-во, это новые модели, Рафик, новые. Каждая из них стоит минимум по 1007-8. Это новые модели, на всю вашу семью хватит. О, брат, поднялся, 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 брат. Дальше, офисное кресло. Это тебе, Ашотик, ты на нем прям, Вася, какой босс будешь. Ну или тебе, Рафик, я не знаю, кто у вас там главнее. Офисный телефон. Раз, два, три вентилятора. Чтобы прохладно в комнате в офисе было. Три груши. Раз, два, три. Вот прям каждому, чтобы тренировался. Быть боксером в этой жизни полезно. Во-во-во, да, вот. Ашотик, Ашотик, вот так, сильнее, сильнее. За сандаль прям. О, ля, какой сильный! Больше шашлыка кушаешь, Ашотик. Дальше у меня тут какой-то, вот этот, походу, бабулькин супчик у меня тут в инвентаре завалялся. Тоже можете его себе забрать. 8 гантелей! Парикмахерское кресло. А откуда оно у меня взялось? Вот это самый сок, пацаны, вот это самый сок. Кто сколько выжмет? Кто сколько? Ашотик, 60 килограмм выжмешь? А, о, ля, о, о, тихо, 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 Ашотик, сейчас, давай сделку, а потом вот это, а потом вот эти все свои фитнес-дела. Я не знаю, откуда у меня вот это все взялось, но да ладно. Армянский, пятизвездочный,
8 бутылок армянского коньяка, пацаны. 8 бутылок. Брат, будь моим сыном. Не, брат, брат, не буду я тебе брат сыном, не надо. Дальше, ноутбук. 2 блендера. Какие-то вот, сраные манекены, не знаю, они у меня в гараже там валялись. Еще 3 бутылки коньяка. Огнетушитель на всякий случай. Wi-Fi роутер, вот он. 1 лампочка. 4 вот эти еще одни большие лампочки. 2 кулера, чтобы водичка в доме всегда свежая была. И 3 фитнес-ковра. Для каждого из вас. Вот, Рафик правильно делает, да. Ну и в принципе все. У меня еще тут вот эта золотая статуэтка завалялась, но я ее продавать не буду. Это вот потом, если что. И сейчас самое ключевое, сколько вы мне за это забашляете. Я бы попросил, знаете, давай 45. 45 ты... Отвернитесь, бабуль, подойди сюда. За моей спиной следи с ножиком на всякий случай, если чтоб кто-то не подошел. Так, какой здесь у меня пароль? 1, 2, 3, 4. Это все мы выкладываем вот сюда. Бабуль! Вы что, подглядываете, собаки? Ну слушай, там на Мальдивы прям 100% хватит. Сейчас бежим домой. Ты свой купальник достаешь. Ура, милок! Лет 40 на пляже не была. Наконец-то бикини покажу. А давай ты не мне бикини покажешь, а хотя бы там Ашотику или Рафику. Мне не надо никакие бикини показывать. В любом случае, бабуль, это наше совместное дело. Мы вместе с тобой с этим справились, значит, мы вместе должны отдохнуть. Ашотик! Ашотик! Руку пожму! Рафик! Руку пожму, даже вам пожму, хоть я не знаю, кто вы такие. Пожму, пожму, держите шашлык. Спасибо большое, удачи, удачи. Ой, о, о, ой, прям завалили коньячком, кофеечком. Ой, да, успокойся своим шашлыком. Все, бабуль, пошли. А вот сейчас, сейчас я понимаю, сейчас можно туз устроить. Сделал дело, гуляй смело, как мне мама и бабушка в детстве говорили. Все, давай, бабуль, садись, поехали. Все, пока, шотики, рафики и вот это остальные там. У моей девушки день рождения. Врубай музон. Да мне кажется, он уже врубил. Вот это я понимаю, бабуль. Провернули дельце. И как ты с ними общаешься-то, милок? С кем? С Ашотиком? С этим, с Рафиком? Да нормально. Не, иногда как бы сложно их понять. Иногда они меня сложно понимают. Но в целом, видишь, в целом я с ними нашел уже общий язык. А вот сейчас я тебе предлагаю немножко накатить. Чаечка, только чаечка. Официант! Официант! Здрасте! Короче, сегодня башляем прям на максимум. Бабульки, нет, подожди, давайте сначала мне. Мне, пожалуйста, стейк из мраморной говядины. Да-да-да, готов сделать заказ. Стейк из мраморной говядины, пожалуйста. 400 миллилитров самого крепкого кофе, который у вас только есть. Дальше, пожалуйста, сырочек пармезан мне, пожалуйста, натрите. Потом пасту карбонара и можно суп том-ям с морепродуктами, чтобы там побольше креветок было. Мидии и кальмарчики можно, вот. Потом еще можно яйцо пашот. Паштет куриный из печени. Чтобы еще заказать, чтобы еще назвать, чтобы у подписчиков сейчас слюнки потекли. Пиццу пепперони делаете? Молодцы. Тогда 2 пиццы пепперонику сделайте, пожалуйста. Вот. А ты, бабуль, что будешь? А мне чай и колбаски, и салат Цезарь. Чай, колбаску и салат Цезарь. Давайте сразу 2 салата Цезарь. И 2 колбаски. Ну, давайте сразу литр чая. Все, давайте, давайте. Ну, все будет готово примерно через минут 20-25. Да-да-да, давайте. Ай, рожись-то удал. Вот ты помнишь, когда начинался сериал «Грабитель»? Да, ну сколь... Меня плющит? Чёрт, балаклаве, бабульку отдавай! Так, отбой, я не успел ничего даже сказать. Опять ты! Официант! Официант! Заказ отмените! Все, праздник отменяется. Вот этот дед Пердун старый пришел. Здравствуй! Черт усатый! Че тебе опять надо, а?
Это тебе. 10 000. Спасибо большое, но у меня день рождения в июле был. А Дед Мороз на Новый год ходит. Какой сейчас праздник вообще? Придурыш, это выкуп за бабку 10 тысяч. Ты что, забыл? А, я же деду сказал, он заколебал бабку со своей вот этой свадьбой. Я же сказал то, что вот по традиции там, вот это традиции надо соблюдать. Да, 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 дед, молодец, молодец. Ну все, 10 тысяч принес, бабку выкупил. А, что дальше-то делать будем с тобой и с бабкой, бабуль? Надо было просить 100 тысяч. Да. Но я даже не хочу у него спрашивать, где он вот эти 10 тысяч достал. Криминал, наверное. Ну что, бабахаем свадьбу? Бабуль, можно тебе на секундочку? Иди сюда. Бабуль, бабахаем свадьбу. Нет. Ну слушай, ну скажи честно, скажи, мне-то ты можешь сказать. Я хоть как бы и не твой внук, но все же приемный, сводный, вот это. Ты-то хоть его любишь? Может, ты его уже разлюбила? Может, нам уже стоит вообще нафиг эту свадьбу отменить? Мы же планировали ее сделать примерно серии 7-8 назад. Уже все давно прогорело. Да нет, милок, люблю я его. Только достает сильно. Да, то, что дед дотошный, я знаю. Но с другой стороны, ну а что делать? Ты сама. Не жить же тебе со мной вечно. У тебя должен быть любящий человек в жизни. Который будет тебе делать массаж пяток. Который будет тебе перед сном в кровать чайчик приносить. Я бы тебе тоже чайчик в кровать перед сном приносил, но... Это как-то, ну, неправильно. Ты дороже, у тебя проблемы. Я рядом с тобой хочу быть. Ты единственный внук у меня, и все. Ладно, сейчас, подожди, я попытаюсь тебя еще раз отмазать. Только пообещай то, что через 1-2 серии мы забабахаем свадьбу. Не хочу я сидеть дома, хочу путешествовать с тобой. А, ну тогда давай вперед на Мальдивы. Короче, дед, тут такое... тут такое дело у нас. Не подумай то, что мы опять вот это что-то тут затеваем. Официант! Официант! Повторить заказ! Повторить! Все, все заново, идите, готовьте. Ага, спасибо. Короче, дед, ты же знаешь, да, то, что в свадьбе есть традиции. Вот. Бабульке надо свадебное платье купить, как бы свадьба должна быть настоящей свадьбой. Ты там можешь поехать, зарезать кабаненка, вот это, на сало его пустить, подготовить вот эти ужины свои званые, пригласить всех гостей, самому в смокинг надеться, я пока бабульку подготовлю, и вот мы забабахаем свадьбу, вот буквально в следующей серии. Вот, поэтому вся организация на тебе. Ага, ну вот, ладно, все, хорошо, тогда давай, давай, иди, мы сейчас с бабулькой пойдем, вот, будем платье ей выбирать. Ты пока можешь идти, у тебя там намного больше дел, чем у нас. Я с вами. Да что ж ты будешь делать, да что ж ты такой... Официант! Официант! Отмените, ради бога, этот проклятый заказ, мы, походу, сегодня с бабулькой не покушаем салат Цезарь, поэтому в следующий раз вернемся. Ладно, дед, пошли. Так, я-то помню то, что вроде Эльвирка не только вот это кучери накрашивает и вот это маникюр-педикюр делает, а еще также одевает. У нее там вроде есть парочку всяких стендов с одеждой, поэтому у нее не только салон красоты Эльвирочка. Эльвирочка вообще как бы многофункциональная, она много всего делает. Бабуль, давай проходи вперед. А ты куда, хрыщ старый? Ты-то куда? Куда с нами? Куда с нами? Ты вообще знаешь такую примету? Если увидишь свою жену перед свадьбой, разведетесь через 69 дней. Ты хочешь с бабулькой, ты хочешь просрать вот эту девушку своей мечты, женщину, вот эту коргу старую? Ну вот, все, тогда стой здесь, а лучше у тебя много времени, я вижу. Ладно, все, я пошел, завтра увидимся в церкви, будем венчаться. Да, 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 давай, давай, пока. Пристающий, я не знаю, честно. А вот сейчас, бабуль, время быть красивой. Проходи, Эльвирочка, проходи. Здравствуйте, Эльвирочка. Как давно мы с вами не виделись. В общем, ну давайте бабулька вам сама все объяснит. Ей нужно подготовиться к свадьбе. Ну там кучери, фигучери, вот это все накрасить, покрасить, перекрасить. Вот это всякие бигуди туда зашпиндюлить. Чтобы, короче, конфетка бабулька была. Вот, это в принципе все, что вам надо знать. Ну давай тогда, если без проблем, я здесь посижу, бабуль, ты давай иди туда садись. Мне кучери закрутить, лазерную депиляцию на волосы и на ногти кучери. Как ты на ногти кучери сделаешь? Сначала мы должны вас приодеть. Бабуль, Эльвирочке виднее, она здесь профессионал, поэтому давай.
Сейчас бабуля красивая будет. Ну, я по крайней мере надеюсь. Ну, хотя бы вот такая, чтобы была. Если такая будет, это уже значит то, что дед ее 100% сразу же замуж возьмет. Эльвирочка, сделайте, пожалуйста, свое дело прям хорошо на все 100%, чтобы бабуля просто мега-супер-звезда была. Бабуль, ты как там? Приоделась? Ой, боже, боже, боже. Да слов на самом деле нет. Повернись. Господи. Бабуль, давай я тебя замуж позову, а? Милок, ты балбес, какой замуж? Ну просто вот ты вот сейчас тебе еще локоны сделают, сейчас тебе еще кучери сделают, да ты будешь 18-летняя крошка бейба просто. Давайте, Эльвирочка, приступайте. Вот. Умеет Эльвирочка из пожилых женщин делать прям молодых чекуль. Ладно, вы тут посидите, все сделайте. Мне кажется, это прям надолго. Я пока пойду на балкон подышу. Надо про жизнь с подписчиками поговорить. Ай. Ну, вот мы пока что с тобой наедине. А, нет, уже не наедине. Вы мне дадите когда-то в этой жизни хотя бы секунду отдохнуть? Подождите, это же Геннадий Петрович с этой, со своей курицей в платье красном. Они что, сюда идут или что? Бабуль, там Геннадий Петрович! Я в эту каморку! Если что, меня здесь нет! Вы попали. Так, ладно. Мне пока желательно здесь где-то посидеть. Вот за этим сарафаном спрячусь. Вот так, чтобы меня видно не было. Здравствуйте, курицы! Меня покрасить надо! Ой, так и еще ее сейчас красить будут. Мне, наверное, до посинения здесь сидеть нужно будет. А какие цвета краски у вас есть? Ну, пройдемте на склад, посмотрим, выберем. Только не склад... Только не надо склад! Тёлки, стоять! Подождите, мне лифчик поправить надо! Бабуль, ты чё удумала-то? Чё мне делать? Я даже вылезти отсюда не могу, тут всё забаррикадировано, ёханый бабай! Это же вот эта курица вот от Геннадия Петровича пришла! Надо что-то думать, надо что-то думать! Чё делать? Чё делать? Мне надо как-то отсюда выбраться! Так, ладно. Бабуль, только не бей меня, пожалуйста, чем-то по башке. Раздевайся. Какой раздеваться? Свадебное платье сними, пожалуйста, на минутку. Я по-другому не смогу отсюда выбраться. Я почти замужняя женщина, не буду я. Да не для того, о чем ты подумала. Сними свадебное платье и обратно свою вот эту дырявую одежду нацепи. Давай. Сейчас я тоже переоденусь. Да, давай. Ага. Да снимайте, давай уже быстрее, заколебало. Мне нужнее, мне от этого Геннадия Петровича же умотать надо, а то он знает то, что это я у него вот эту синюю тачку стараторил. Ну, маловатые на самом деле, маловатые, но другого выхода у меня нет. Бабуль, это я уже порвал, мне кажется, немножко. Так, если что, я вот это, я... Настечка Курдышкина, фамилия моя есть, ага, да. Спасибо, Эльвирочка, прям мой же размер, прям вот прям XS, XXS. А ты еще кто? Да, я тут замуж собираюсь, вот поэтому платьечко прикупила у нашей Эльвирочки. Ты мне очень сильно напоминаешь моего старого знакомого. Да? А что, ваши старые знакомые в свадебном платье очень часто ходят? Я не знаю, честно. Все, Эльвирочка, спасибо большое, держите сосиску, покушайте, а что тебе говорил, очень вкусное. Нет, в балаклаве. То, что я в балаклаве, это ничего не говорит. У нас вообще-то вся семья в балаклаве ходит. Что муж мой всю жизнь в балаклаве ходит, что я всю жизнь в балаклаве хожу. А вот это, Настечка Кирдышкина, Кочерышкина. Как-то моя фамилия, баб. Пошли, дорогая, а то опаздываем. Все, мы опаздываем. Вот это, я тут локоны сделала, платьечко выбрала. Сейчас еще поеду вот в это, в маникюрный салон Лаванда. Там маникюрчик сделаю, а потом у меня свадьба. Все, давайте, все, пока. А ты что, не знала? Что не знала? Его вчера взорвали. В смысле взорвали? В смысле взорвали?
Он сгорел дотла. Кто? Лаванда? От него ничего не осталось. Еба просто. В смысле ничего не осталось? В смысле лаванда сгорела? Это как? Это как? Это, кто? Кто лаванду держали? Это мои почти лучшие друзья были. Ну сгорел этот салон. Да лучше бы ты, куропатка старая, сгорела. В смысле? Бабуль, панталоны в руки. Давай. Держи шашлык, держи сосиску. Если лаванда сгорела? С какого перепугу лаванда сгорела? Подожди. Слышь ты? А игровые яйца тоже сгорели? Да. Извините, просто это же одно здание. Все, заткнись, вот и сосиску в рот положи, пошли. Пошли, папа! Рано суицидиться, я не знаю, может они еще выжили там в своей лаванде играть. Может они там еще выжили, садите в задницу. Так. Мальдивы, походу, бабуль, пока что отменяются. Наши друзья из игровых яиц и лаванды, походу, в беде. Тебе идет в платье, милок, вот и пойдешь замуж. Спасибо, я знаю. А эта сосиска так красочно дополняет мой образ. Кто меня замуж возьмет, а? Perfect.